Здравствуйте, меня зовут Татьяна Исаченко, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог медицинского центра Кия. Сегодня к нам обратилась пациентка с проблемой дряблости кожи, с повышением жировой клетчатки в области живота. Хотелось бы познакомить вас с нашим центром на примере проведенных процедур для данной пациентки. Мы находимся в процедурном кабинете медицинского центра Кия. Здесь мы будем проводить процедуру озонотерапии. Сейчас мы посмотрим проблемные участочки. В области живота у нас имеется увеличение подкожно-жировой клетчатки, локальные жировые отложения. На первом этапе мы будем делать процедуру озонотерапии. И при помощи шприцов, иголочки вводим непосредственно в подкожно-жировую клетчатку. Помимо введения озона непосредственно в локальные жировые отложения, мы можем назначить пациентке внутривенные капельницы с озоном. Мы повышаем одновременно иммунитет, очищаем сосуды, улучшается обмен веществ, и тем самым процесс похудения будет проходить намного быстрее. Так как озон является газообразным веществом, то пальпаторно мы можем услышать, как хрустит, то есть можно сравнить это с снежок, который вы берете в аптеке, в аптечке водителя, там идет такой специфический хруст. И здесь мы то же самое примерно ощущаем, и легкий такой холодочек. Если посмотреть на сам шприц, да, то можно подумать, что мы ничего не вводим, то есть он абсолютно прозрачный, потому что озон является газообразным веществом. В последующем, когда мы уже будем знать, как пациент у нас реагирует на озон, мы можем использовать специальную гребенку. Она подключается у нас с каждой стороны, соответственно. Здесь стерильные иголочки, и подключается все к аппарату. Мы ее включаем на определенное время, выбираем нужную концентрацию, и у нас будет более такой интенсивный подход, и количество озона введенного будет гораздо больше. Процедура озонотерапии подходит к концу. Но для того, чтобы озон у нас распределился более равномерно, нам обязательно его распределить. Сегодня нашим помощником будет аппарат Charm. Здесь имеются эбонитовые пальчики, которые схватывают мышцы, схватывают ткани в определенные складки, и имеется магнитное поле, которое находится в манипуле. То есть что мы получаем? Мы получаем улучшение микроциркуляции, мы получаем глубокий массаж. Работаем непосредственно с каждым слоем проблемных участков. Сегодня, как проводник, мы будем использовать косметическое озонированное оливковое масло, которое является абсолютно стерильным. Мы используем это даже у деток для лечения дерматитов, сухости кожи. Просто чудо, золотое масло. Наша пациентка чувствует себя абсолютно комфортно. Приятно? То есть происходит микромассаж, и вот именно захват вот этих складочек, за счет чего у нас прорабатывается все достаточно глубоко. При помощи этого аппарата мы распределяем равномерно тот озон, потому что мы его ставили в определенных проколах для того, чтобы диффузия препарата произошла лучше. Следующим этапом для нашей пациентки будет процедура гидромассажа. После проделанной работы, проработав глубоко все слои, запустив липолиз, мы должны очистить наш организм. Специалист у нас прорабатывает весь ход лимфатической системы для того, чтобы открыть где-то лимфу. То есть где-то у нас происходит застой, где-то забивается. Поэтому при помощи данной процедуры мы откроем и запустим процесс детоксикации. Здесь у нас происходит регуляция потока воды, тем самым также у нас наш специалист регулирует глубину проникновения, тот слой, с которым нужно поработать. Сначала, опять же, на зоне живота мы прорабатываем более глубоко, то есть для того, чтобы давление дошло до подкожно-жировой клетчатки. И в последующем Евгений переходит на более поверхностный слой и в завершении переходит к лимфосистеме. Финальный крем нанесен. Наша пациентка видит первые результаты сразу после процедуры. Окончательный результат наша пациентка увидит, конечно, после прохождения всего курса процедур. Интенсивный курс для похудения состоит из 2-3 процедур в неделю, приблизительно 10-15 раз. Данная процедура рекомендована один раз в год.
вами была врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог медицинского центра Киа. Приглашаем вас на процедуры по коррекции фигуры в наш центр. До новых встреч!